Сейчас, дорогие друзья, начинается часть концерта, которая называется «Поведи моей памяти». Я приглашаю на эту сцену главных виновников этого торжества. Мою любимую жену Екатерину Волну. Мою любимую дочку Олечку. Вот у меня красавица, видите. И моих двух будущих призывников. Степан Михайлович и Иван Михайлович. По кличке Бегемот. Это Бегемот. А Ваня это кто? А Ваня Буратино. Бегемот съедает все свое и съедает все, что успевает за Буратино. Буратино в это время смотрит мультфильм. Так вот и живет, дорогие друзья. Вот они, наши фотомодели. Олечка, иди сюда. Еще одна есть дочь, которую зовут Мария. Она существует в своих мирах. Еще есть одна дочь, которую зовут Светлена. Она в настоящее время выполняет ответственные задания где-то там далеко. На Волге, дорогие друзья. Вот, это вот моя лучшая часть меня. Вот она, красивая, видите, какие красивые. Все, давай. Погодите, не разрушили имущество. Дорогой Миша, ты наша опора, наша надежда. Ты наш самый лучший папочка, наш самый заботливый. Самый любимый. Мы тебя очень-очень любим. Да. Вот. Ты нам таких мальчиков состругал. Екатерина Вторая. Вот. Я тебя очень люблю. Ты наш самый-самый лучший.